Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Days After. Давно я не был здесь. Давай-ка вспоминать, что вообще нам нужно. Так, это у меня башня смотровая, насколько я помню. Ящики тут, все подписано. А здесь-то что мы будем делать? Ага, здесь мы можем вялить мясо. Но мяса нету. Ладно, фиг с ним. Так, здесь у нас уголек. Здесь, насколько я помню, мы делаем шкуры. А, у нас доступна только вот фляга. Фляга для воды. Здесь фляги заполнены, кстати. По-моему, да? Заполнены же. Взять. 5 штук. 5 штук мы взяли. Хорошо, что тут у нас моргает? Нью. Отслеживание задач. Так, у тебя пока нет отслеживаемых задач. Речная деревня. Новое что-то у нас тут. Поговорите с Элмер Ван Брукс на локации Речная деревня. Начать отслеживать. Ну, я поговорю. Базара нет. А вот это что такое у нас тут? А, ну это задание. Так, отслежка идет задание. Что у нас тут? За монеты мы можем... Духи зачем-то? Если не ошибаюсь, эти духи и тому подобное нам нужны для того, чтобы... Место собраний. Ткань. В принципе, ребят, тут нужно-то место для собраний. Когда я все починю, то смогу здесь собираться со своими спутниками. Вместе мы сможем справиться с любыми трудностями. Ткань. Древесина. Да, в принципе, ничего сложного нету. Надо будет собрать обязательно. А вот здесь что надо? За достижениями клана здесь я смогу покупать дополнительные награды. А что, у нас клан можно создавать уже здесь? Получается. Это что-то новенькое. Так, ну ладно. Поговорить с Эмбер Брукс мне нужно. Дней без смертей 662. Ребята, это получается где-то около 2 лет я не играл в эту игру, представляешь? Кстати, ребята, на ВК Play тоже есть эта игра. Спецпредложение, загрузка. Да не надо мне ничего. Так, у нас тут самолет. Вау. Слушай, новые локации появились. Парковка. Вау. А мне надо... Подожди, а мне куда надо? Закрыто здесь. Вот сюда, что ли, мне надо? Речная деревня. Небольшая деревня построена на крышах затопленных домов. Здесь путники могут торговать и обмениваться новостями. Я какое задание-то взял? Так, блокпост. Военные возвели здесь баррикаду, чтобы сдерживать на тех зомби, идущих из города. Центр заражения. Ну, наверное, мне надо сюда идти. Бежать. Побежали. А у меня оружие-то есть хоть какое-нибудь в руках? Выносливость, кстати, 200. Это хорошо. Починив и заправив автомобиль, вы сможете добраться до локаций, расположенных далеко на карте мира. А, тут у нас еще и обнова. Ну что, я, получается, на месте. У меня бита? Нет, у меня труба. Труба в руках. Хм. Так, обмен оружия и брони на чертежи. У меня нету чертежей, к сожалению, пока. О, привет, у меня к тебе дело. Тихо, ага, черт, короче, нет времени объяснять. Беги скорее в точку сбора С3, которую я отметил на карте. Запускай ракету и жди вертолета. Награда за задание турели плюс шипы какие-то. Далее. У него ценный груз, но он его не сбросит, пока не убедится, что там безопасно. Я дам тебе турели, это поможет. Ах да, и принеси мне крышки, не этикетки. Они есть у тамошних зомби, понятно? Крышки. Так, я получил награду. Она отправлена на точку сброса. И все, что ли? Больше здесь никого нету?
Песик. Кстати, а где мои песики? Они не умерли случайно, живы еще хоть? Помнишь, я собак тоже заводил себе? У меня же вроде будка должна быть. Так, ну что, поговорите с... Подожди. Но это и была сейчас Элвин Ван Брукс? Это же она? Нет, это Венди. Погоди-ка, а... Так это торгаши. Это совсем не сюда мне надо было идти-то, получается. На локации речная деревня. Мне надо выходить отсюда. Слушай, у меня костюм уже покоцанный. В общем, ищем речную деревню и отправляемся именно туда. Чашечку чая тут, понимаешь ли, пьем. 7 дней премиума, не надо. Дай посмотреть, где у нас речная деревня. Это дом. Трубопровод. Супермаркет. Парковка. Высохшее озеро. Лунопарк. Военный лагерь Дельта. Концертная площадка. Авария на мосту. Я не могу понять, а где у нас дом? Водокачка. Точка сброса. Дубы на болоте. Свалка. Супер. А где деревня-то? Где деревня, которая мне нужна? Ну-ка. Речная деревня. Подожди, ну... Речная деревня. А где? Ну, там Венди стоит. Да? Там эти торгаши. Почему тогда мне не показывают неписи? Ван Брукс. Почему мне ее не показывают? На локации речная деревня. Это Венди, это все не то. Тут ее, походу, дела нету. Но такого быть не должно. Она... Этот непись обязан быть здесь. Но я не вижу ее. Вот это кто? Ты не местный? Надеюсь, ты пришел с добрыми намерениями. У нас тут пусто, не обращай внимания. Большинство жителей ремонтируют дамбу. Если ее прорвет, всех смоет. Миленькое дельце. Далее. Но нам не хватает одного элемента. Прочный кристалл. Может, слышал о таком? Нет, тогда слушай. Его собирают рейдеры. Но мы не знаем, откуда они его берут. Сможешь добыть прочный кристалл для деревни, и я тебе щедро награжу. Информация о своих перемещениях рейдеры хранят на флеш-картах рейда. Приноси их мне, и я скажу, где можно найти рейдеров. О как. Репутация мэра равнодушие пока. Положи флеш-карту. А знаешь, что я тебе скажу? У меня, по-моему, есть одна флеш-карта. Так, соревнование точки сброса. Горячая погоня. Выполняя ежедневные задания, получая репутацию, чтобы получить награду. До конца события 12 дней. Начни горячую погоню. Лучшая награда. А как мне начать? Воу, забрать. А, это элитный пропуск тут нужен. Такой, забрать. В почту. Вот, ребята, вот флешка. Я же говорю, что у меня есть парочка флешек. Ну-ка. То есть мне вот сюда их надо воткнуть. И
Ага, авария на мосту, рейд. Требуется репутация равнодушия. Начать рейд. Для приобщения используй карту мира. Поговори с мастер на блокпосту. Это мы завершаем. Так, шипованная бита. Это что, можно создать будет потом? Так, друзья мои, в общем, я принял какой-то рейд. Вот, у нас тут соседи, какой-то прогресс. Венди, местная девушка-механик. Бойкая и всегда веселая. У нее можно купить турели, заграждения и ремкомплекты, необходимые для вызова вертолета на точку сброса С3. Правда, она требует взамен пивные крышки. И в этой деревне культ пивной культуры какой-то. 100 опыта. Шикарно. Поговорите с мастер-сержантом Пейн на блокпосту. Слушай, ну это, конечно, все хорошо. Блокпост, я все понимаю. Но я начал какой-то рейд. Вот плохо, когда играл в какую-то игру долгое время, потом забыл. Так, это точка сброса. Вот это что ли рейд обозначает? Авария на мосту, рейд. Точно, ребята. Враги, сложность. Ху-ху-ху. Зато смотри, какая награда. Кристаллы. Доступно для... Для чего? Блин, мне кажется, там будет жестко. Но я проверю. Рейд, сам понимаешь. На рейды обычно нужно подготавливаться просто охрененно. Как бы мне там звездюлей не надавали. Вот чего я боюсь. Труба-то есть, а кроме трубы у меня больше никакого оружия нету. Надо было идти к себе на базу и делать шипастую биту. Ну, чтобы можно было пару зубов пересчитать. Что, бегут что ли уже на меня? Слушай, по-моему, графически как-то игра улучшилась. Ты что, рейдеры что ли? Ё-моё, а я с этой трубой тут ползаю? Их там двое. Там еще и волки. Матерые волки. Да, ребят, графически стало намного лучше. Так, вот. Про эти он кристалл, да? Прочный кристалл, синий притягательный кристалл. Выглядит очень ценным, нужно его сохранить на всякий случай. Да присядь ты. Ой-ё. Они с пушками. Они с пушками. Да убери ты вот эту штуку, да пока мешает она. Да ну, меня тут расхерачат к чертовой бабушке. Это пока броник на мне есть. Там с дробовичком, чувак. Куда я влез, а? Рэй, скажи, куда ты влез? Необходимо, чё это? А, топор нужен. Ладно. Топора у меня нету. А вот это что тут? Отмечено. То есть я могу здесь. Том навыков. Прочитав, можно выучить любой навык ранга 4. Валим, 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 валим отсюда, ребят. Все, нафиг. Хорош.
Нет, конечно, если бы у меня была бы пушка, я бы их там всех бы разнес. Но... А что я тебе могу сказать? Я вернусь, наверное, сюда чуть позже. Сейчас у нас есть... Слушай, что это такое дом? Это, ну, мой основной, да, дом? Так ведь? Тут еще самолет у нас, кстати, есть. Возможная награда там. Авария на мосту. А, тут тоже рейд. Пошли домой сбегаем. Нафиг. Сбегаем домой. Посмотрим, оружие какое-нибудь есть у меня. Нет, на худой конец, ну что-то придумаем. Потому что, ну, с трубой, с этой дешманской бегать, это не вариант. Если, ребята, сейчас взяться за эту игру, можно вкурить очень быстро и раздуплить абсолютно всех. Тем более, я смотрю, игрой занимались все эти годы. И, как мы видим, очень много чего здесь появилось. Опа, ты кто такой еще? Так, предложение на обмен. У меня есть разные товары, взгляни. Может, нужно чего? Броник. Стоимость 60. Возьмем, ребят. Так, взял броник. А, он чисто за монеты торгует. Ну, это за рекламу он может. Медный лом. Я, наверное, пока воздержусь. Давай посмотрим. Мне нужен, по идее, верстак. Так, подожди, это стул каменщик. Это нам нафиг не нужно. Вспоминаем все заново, ребята, как будто бы. Так, плавильня. Железный слиток. То есть металл можно перерабатывать. Здесь что у нас? Детали. Выкладываем тогда микросхемы. Вот это, кстати, нужно... Вот это нужно выучить мне. Это что, наждачная бумага? Я пока не знаю, куда это нам положить. Для заданий. Тут у меня, видишь, есть для заданий. Угу. Вот это все выкладываем, потому что это для заданий. А турели нету. Турели она мне не дала. Вот эти кристаллы еще выложим. Это для еды. Хавка. Выложим тогда хавчик. Так, мы можем кимарнуть один раз за день, если ты не помнишь. Так, бревна. Камни и глина. Камни и глина. А вот это что такое? Камни и глина, каменный уголь. Пускай будет пока здесь лежать. Шкуры и кожа. Угу. А здесь у нас левак. Что значит левак? А, драгоценности. А куда их действительно? Драгоценные украшения. Когда-то было жутко дорогим, да и сейчас любую девчонку порадует. Используется для крафта. Для крафта? Используется для крафта. Подарочная лента. Для какого крафта, фиг его знает. Что у нас тут? Сезон. Построить. Спутники. Транспорт. Ё-моё, отремонтированная машина с полным баком и уникальной покраской. 999 рублей. Снаряга. Деньги. На почте у меня веревка лежит. Вот, по-моему, шмотки, да, здесь у нас? Здесь шмотки. И, как я вижу, у меня здесь нет оружия. А где оружие? Тут патроны, наверное. Пластик селитра. Пистолеты. Есть, ребят, пистолеты. Есть даже СКР. Тяжелая штурмовая винтовка с закрытым затвором. И 9-миллиметровый пистолет. Ой, кому-то сейчас будет бобо. Тебе так не кажется? А что у меня древесины? У меня там древесина и здесь древесина. Нафига столько много-то? Хлам. То есть тут краски. Угу.
Так, дай-ка я, наверное, надену вот этот вот броник. Ух, как я шикарно смотрюсь. Прочитав, можно выучить любой. А как ящик из бункера можно найти? Так, обычный контейнер, коробка обеззараженная. Так, печатный станок. А как мне ее прочитать? Вопрос. Это выкинуть? Это разделить? Как же мне ее прочитать? Книгу-то эту. И вообще могу ее прочитать? Пока непонятно. Ладно, веревки. А это что у нас тут? Это для шерифа. Это я помню. Здесь мы уши. Угу. Книга чтива. Подшивка журналов «Наука и жизнь» за 70 мохнатый год. Это карта сокровищ у нас еще здесь есть. Ладно, чтиво выкладываем тогда все здесь. Шкуры. Так, мне, наверное, еще ботинки бы, наверное, взять надо. Возьмем ботики. А, ботинок вообще у меня, оказывается, уже не было. И вот это вот все я выкладываю. Куртку. Куртку. Ага, выложил. Инвентарь не вечный. А как, интересно, деревянный ящик? Вот как вот увеличить здесь? А, вместимость здесь 15. Уровень 3 нужен. Вот что надо нам для улучшения. Понял. Тогда ящик будет, ну, намного больше вмещать в себя. Слушай, прикольно. Когда долго не играл. Бита, труба. Так, молоток, бинты. Так, у меня с питьем. С питьем. Надо попить, наверное. Использовать. 98. Так, с едой пока все нормально у нас. Что у нас тут? Задание какое дадут? Сквозь треск и помехи становится что-то слышно. Поиск. Так, дает взамен. Доски, это хочет. Давай, подтверждаем. Что в этих ящиках у нас? Ага. Так, что там по заданию-то просил? Нет, дом нам не надо пока строить. Найти клан. Ох, ё-моё, сколько тут кланов. Необходим уровень 20. А у меня какой уровень? Да... Ать. Какой клан-то? Как... Да как закрыть-то вот это вот все, блин, теперь, а? Все, уйди оттуда. Так, Пейн. Давай я возьму пистолет, наверное, для начала. Вот так вот. Это для заданий у нас. Что тут? Ну что, наверное, пойдем на блокпост. А, у нас же еще собачки же здесь.
Вообще пусто. Собаки-то уже щенками были. Смотри же, какие взрослые псы. А здесь у меня что, не посажено ничего? Да, и семян даже нету. Ого, похоже, у меня гости. Кто там у тебя гости? Какие гости? Привет, мы с тобой договаривались. Быстрее, быстрее, мне еще много куда надо успеть. Так, доски, глина, колпачки. Доски, глина, колпачки. Сейчас найдем, надеюсь. Так, доски. Доски мы возьмем здесь. Блин, мало досок здесь. Фига у нас еще, вон откуда, где еще шмотки-то есть. Так, ладно, доски, глина, колпачки. Это металлолом. Щенки. Щенков нету. Так, доски, глина. Вот глину мы взяли. А вот доски и колпачки. Я не знаю, правда, что за колпачки. Медные какие-то. И есть ли они вообще у меня. Кстати, семена надо будет посадить. Вот они. Пойдем обменяем. Уголек заберем, наверное, да? Но ведь уголь же готов. Все, забрали. Здесь семена. Так, мужик, ну что? Как и обещали. Доски, глина, колпачки. Так, я получил награду. Все сразу же, да? И опыта еще дал мне маленько. Так, давай разбираться потихонечку. Здесь нужно древесину. Ну, древесина, чтобы сделать уголь. Тут что у нас? Тряпка. Не хватает тряпок каких-то. Здесь что мы можем сделать? Здесь коптить мясо. Но мяса, как мы видим, у нас нету. Книга, чтиво. Слушай, ну вот насчет книг и чтива, ну непонятно на самом деле. Как вот... Сейчас посмотрим. Как вот их прочитать? Тут нет такого. Использовать. Прочитав, можно выучить любой навык ранга 4. А как читать-то? Очень интересно. Может быть, мы не умеем, конечно, еще пока читать, но это вряд ли. Ребята, если кто знает, пускай напишет мне в комментариях, как читать эти рассказы, книжки. Может быть, надо где-то читать. Блин, офигеть, у меня тут арбалет еще есть. Арбалет, может быть, взять на всякий случай. Так, микросхемы. А здесь у нас что, хлам, понятно. Надо просто привыкнуть к этим сундукам, что там хлам, там то-то, там все-то. Тут вот все с камнями связанное, да, получается. Вот это что за сортировка? То есть абсолютно все. Это щенки. Опять же камни, глина. Для еды. Для заданий.
Опять же древесина. Детали. Левак. Пластик, селитра. Так, здесь можно выложить вот это вот. Давай пока вот так вот выложим все. Уголек, это все. Ну что, наверное, я погнал тогда. Раз уж нам нужно еще... Или пойти на рейд, там всех расколошматить, к чертовой бабушке. Либо пойти нам сейчас к Неписью за заданием. Авария на мосту. Здесь закрыто. Блокпост. Так, подожди. Нифига тут наград, смотри. Бензопила. Там какой-то пулемет. А здесь только кристаллы, какая-то шерсть, древесина. Ничего такого. Кстати, смотри внимательно. Книги первого уровня, да? Тут нашивки какие-то. Опять же книга. Детали для оружия, по ходу дела. Шахта. Что, пойдем? Военные возвели, поэтому мы побежим сюда. Для того, чтобы нам пройти, по-моему, здесь дальше, нам нужно открыть... Помнишь, они просили детали, чтобы открыть шахту или как она там, дамбу, дамбу, по-моему, они что-то говорили, принести им подшипники, если я не ошибаюсь. Так, что-то по заданию сержант Пейн на блокпосту. Вот это может быть Пейн, сержант. Принесите мне это и получите ценную награду. Вот он, подшипник, веревка. Кстати, у меня вот это все есть. Кроме подшипника. Подшипника, по-моему, ребят, нету. А что мне показывает? Это есть, что ли, Пейн? Эй, ты, выживший! Подходи медленно, держи руки так, чтобы я видел. Что ты тут забыл? Огромные ворота, которые ты видишь, сломаны. Мы послали запрос на починку ворот месяц назад, но, похоже, командование решило бросить нас. Ни одного сообщения за все это время. Думаешь, сможешь помочь? Ха! Ну что ж, я не буду против. Попробуй раздобыть нужные детали, и я даже выдам тебе награду за это. А теперь не маячь у меня перед носом. Ну, вот такой вот нам надо принести. Подшипник, доски, горючее. Самое главное, подшипник. Завершить. Так, заброшенный бункер. Да, вот пока мы ему не принесем эти детали... Единственное, что мне хотелось бы узнать, а где подшипник доставать? Ну-ка. Используется для крафта. Можно найти где? Ящик Мердока, еловая роща. Сложность. Парковка, трущобы, игровой магазин. Вот нет подшипника и все. Ну что, ребята, пойдем завершим рейд, наверное, я так понимаю. Так, посетив локацию с большим количеством камня, ты найдешь и глину. А тут уже, видишь, тут еще автомобиль нужен. Не все так, блин, просто. Ого. Лучшая добыча. Супермаркет.
упавший самолет. Возможные награды. Так, это нам не надо. Побежали. Сейчас я там всех нафиг завалю, замочу. Надеюсь. Входим. Они за мной охотились? Теперь я поохочусь за ними. Так, может быть, нам лучше взять не пистолет, а этот винтарь. Где ты со своей шиповной битой? Ну и где вы там, утырки? Говна кусок. Нормально? Расхерачиваю их. Забираем эти кристаллы. Кстати, давай-ка мы, наверное, аптечку-то применим. Лутбокс. Смотрим, что здесь. Что это такое? Алюминий. Опа. Главарь рейдер. Двенадцать камней нес с собой. Так. Воу-воу-воу-воу. Чё, у этого пусто? Ауч. Лутаем, лутаем. Траву все это собираем. Нафиг мозги наружу им. Всех выпотрошу нафиг, чертовы бабушки. Привыкли тут халявой заниматься. Всех обшмонаем. Блин, а с них оружие никакое не падает, да, получается? Чисто кристаллы. Шавка пришла тут тоже мне. Даже у нее кристаллы. Так, что у нас в этом ящике? Алюминий, а это арамид. Сверхпрочный материал для создания композитных материалов и высокопрочных тканей. Нифига себе. Смола. Новый ресурс, которых доселе я не видел даже и не слышал о них. Волчара. А тот убежал куда-то, гаденыш. Мне непонятно, сколько нужно вообще кристаллов мне насобирать, чтобы... Может, чем больше, тем лучше? Контейнер.
Так, что у нас тут? Отлично. Композитные материалы будем делать. Так, ну мы можем как сделать? Авто здесь где-то есть. То есть он все здесь сейчас сам залутает, соберет. Стоп, стоп, парень. Там уже враги пошли. Дай-ка мне пистолет. Я хочу проверить, как пистолет шмаляет. Хреново он шмаляет. Нужно что-то выпить. В плане нужно что-то выпить. А, у тебя пересохло уже все. Понял. Смотри, 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 бежит. Пистолет какой-то слабый. Шапка сломалась. Плохо. Шапки у меня больше нету. Аптечки есть. Так, бинты. Давай вскрывать, смотреть. Ну, в общем, кристаллы мы тут собирать будем, с них только одни кристаллы. Ну, их тут до хрена. Ура! Задание боевого пропуска выполнено. А что за задание боевого пропуска? Штаны, блин, сломал. Да ядрен матрен. Так и броник у меня сломается. Да что ты броня выжившего подсовывает мне? Такс. А, радиация минус 80. Помогает от радиации. Пистолет лучше получается, да? Кристаллы, кристаллы, все. Ой-ой-ой. Оу-оу-оу-оу. Возродиться с вещами. Фига себе, блин. Вот что значит, ребята, бронька-то. А я... Не, ну я с вещами возродиться должен. Да уйди ты. Или как? Все на месте, все при мне. Так, а тут что, сумки у нас? Угу. Так, мадам. Эти чертовы зомби повсюду. Возьми это. Выжившие должны помогать друг другу. Спасибо.
Без штанов, без всего. Так, значит, изготовить шипованную биту. 8 дерева, гвозди, изолента. Металл. Так, мне нужны ботинки. Хоть какие-нибудь. Как я там хоть выгляжу? Без ботинок, без штанов, без шапки, без перчаток. Так, перчатки. Поручни. И шлем. А, штанов нету. На разборку. Вот теперь вот вспомни, что он там давал нам для задания. Так, ладно. Дерево, изолента. Так, гвозди есть, но мало гвоздей. Нужно 6 гвоздей. Изоленты, походу, тоже мы тут не найдем. А вот и штаны. Изоленты нету. И биту я не смогу создать. Взять две тыквы. Две тыквы. Так, вот эти вот все полимеры нужно выложить тогда, получается. Левак, трава. Эти надо заполнить, кстати, штуки водой. Броньку выложим пока. Чтиво. А там чертежи еще нужно фиг знает, да, чтобы... А, вот, изучить. Вы уже изучили этот навык. Это тоже изучено. Но вот это вот он изучает. А почему вот эти вот книги не изучает, я не знаю, ребят. Пластик селитра. Травушка-муравушка. В общем, все дела. Так, уголь. А куда еще? Я не знаю, куда это еще выкладывать. В какие ресурсы. Глина. Так, это арамид. Арамид и кристаллы. Может быть, в левак засунуть. Таким вот образом. Слушай, а мы бинты можем делать или нет? Так, тебе нужно улучшить снаряжение до 6 уровня.
Но это не то. Это мы шкуры. Это тоже не то. А где же мы можем это-то? А, тут вот как ускоренный изготовление 12%, очищенная вода. Нет, 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 аптечки. Гвозди. И изолента. Так, ткань, дерево, металл, камень. Ткань, дерево, металл, камень. Так, дерево. Так, дерево. Камень. Вот это, по-моему, да, металл. Допустим, так. Ай-яй-яй, не хватает. Не хватает тряпок. Тряпок и еще лом. Еще лом. Что мы можем сделать? Это меня не интересует вообще нисколько. Вяленое мясо можно... А вон у меня щенок, хаски. Вот она, изолента. Что там нужно нам для биты? Изолента, гвозди. Через 1 час. Гвозди, металл. Тряпки есть тут? Тряпки есть. Металла нету. Вот элементарных вещей нету просто-напросто. А он нам нужен. Ну, лом. Лом, металл. А его нету. Придется за ним отправляться. Да? Придется за ним отправляться. Короче, нам нужны гвозди. 6 гвоздей и 2... Два металла получается. Так, и все. Так, базовые навыки выживания. Ты можешь найти бренное тело своего персонажа и его рюкзак на место гибели. Для этого главное успеть на место гибели до того, как локация обновится. Также можно использовать функцию платного воскрешения со всем инвентарем за монеты внутриигровую валюту. Так, карта сокровищ в ущелье. Изготовить. 4 карты нужны такие вот. А у меня почти есть 4. 2 только. Значит так, гвозди и лом надо искать. Сейчас попробуем, где-нибудь здесь недалеко. Гвозди и лом. 2 гвоздей и
петли. Да что ты? Гвозди и лом. Но здесь гвозди можно на водокачке найти. А где лом-то? Это шериф. Ну вы серьезно, блин, лома нифига, да? Авария на мосту Рейд. Тут карта уха. Ну, давай на водокачку бежать. Ну, а что делать, ребят? Какой-то бред. Из-за гвоздей, блин. Металлолома неизвестно где. Так, тут у нас опять еще обновляется. Каждая локация обновляется. А ты заметил, сколько мы с тобой патронов потратили? И броню практически нам все снесли. На одном только рейде. На одном. А можете шваркнуть, олененок? Там кабан. Ты посмотри, а, на этого вепря. Туша ты несчастная. Так, это жир мы с него забрали. Ох ты, а ты-то кто такой? Эй, постой, да, ты, послушай, можешь нам помочь, пожалуйста? К делу. Тут бандиты недалеко нас рекетируют. Штуку одну важную украли. Фильтр для воды, без него нам тут всем не выжить. Может, нам помочь вернуть его? Нам без фильтра дальше никак не двинуться. Отправимся, отравимся от любой лужи. А с бандитами поступай как хочешь. Задание Джон, собери эти предметы и заверши задание. Угу. Веревки, так, тут с водой им нужно и мясо. А вот это что такое? Водный фильтр. Так, ну ладно, я побегаю и посмотрю, что я могу. Раньше здесь не было никакого НПС, по-моему. Идет хрюкало, Саймон. Мозги наружу. Так, ну у них там должны быть тряпки, насколько я помню. Выполняет так. Эх, жалко, у меня нет элитного пропуска. Это не радиоактивный ли тот ублюдок, нет? Нет, это заразный Сайм. Да, радиоактивный, ребят. Это именно тот ублюдок, который радиацию свою распространяет. Его, конечно, лучше издалека шваркать. Джорджи. Помню я вас, Джорджиков. О, а это что такое у нас? Мостовая балка. Первая мостовая балка нужна для починки моста. Ну-ка, давай-ка пока, наверное... Подожди секунду. Что такое? Железная труба. Улучшить. Чертеж, железная труба улучшена. Ага. Так вот, кстати, где мы делать-то могли все это? Совсем забыл про это. Коробка конфет, металлический кастет. Используйте для уничтожения нор. Но это на 26 уровне. Мне еще один уровень надо получить.
И тогда я смогу уничтожать норы. А что мне по бронику? Броник еще дышит. Интересно, он подерется сам-то? Дерется. Твою налево кислотника, а? Ладно, от радиации мы сможем потом избавиться с помощью этого. Аптечка там у нас есть. Она очень хорошо избавляет от радиации. Единственное, чего я не замечаю, так это, чтобы у нас... Чего недостаточно... Блин, недостаточно места. Так, чтобы принять участие в соревновании, нужно успешно завершить постоянные локации. Ага, понял. Кабан, здорово. Так, тыкву тоже сожрем. Грязный Саймон. Помню этого ублюдка. Марв. Иди ты нафиг, уже собрался там орать. Так, здесь, по-моему, тоже спрятано. Ну-ка. Это я, слава богу, помню. Карта. Давай мясо, наверное, съедим. Рюкзак. И что делать? Давай, собирай. Ну бей, дерзись уже с ними-то. Кожаные ремни, блин. Все, рюкзак полон. Так, где этот мужик, которому там надо было всего и всякого? Вот он. Так, вот тебе дерево. Что там тебе еще нужно? Мясо было? Мяса нету. Тряпки. Тряпку. Веревки. Шкуры тебе не нужны, да? Нужны фляги.
Ну, все тут получается. Раз. Еще где-то одна должна быть. Чтобы завершить мост, нам нужно три. Кувалда сломалась. Больше нечего собрать, пишет. Фига. Да вепрь, блин, отвали ты нафиг. Видишь, Джордж этот вшивый тут лезет. Да хорош ты уже, а. Опа, опа. Использовать, использовать. Флягу мы нашли. А это у нас селитра. Нафиг я использовал? У меня радиация 85 уже. Не самые лучшие, конечно. Так, сейчас мы ему отдадим здесь. Так, вот флешку. Мясо. А водяной фильтр, я как понимаю, мы найдем там, за мостом. А другого варианта здесь нету. Крикун вшивый, а? Это что у нас? Глина, по-моему, да? Волчары. Слушай, может быть, арбалет нам лучше взять? Там кто такой, я что-то не понял. А разве тут должны были быть рейдеры? Погоди-ка секунду, почему я арбалет не воткнул? Да, перезарядка просто вечная, ребят. Штанам уже хана, да, практически. Нас так быстрее, блин, разберут, по-моему. Крышки какие-то. А чё ты не бьёшь-то, придурок? Ты идиот или чё, я не пойму, блин. Я офигею. Мне даже подкрепить здоровье нечем. Что там он говорил, рейдеры у них украли? Что-то он там верещал. У нас, говорит, рейдеры украли там что-то. Что у него вас украли, блин?
И все ж свора за мной, да, бежит. Я думаю, может быть, пока уйти, и пока не поздно. Нафиг, валим отсюда. Куда ты забежал, Рэй? Ёпарасете, блин. Да. Еще учиться и учиться тут, блин, играть.